С 12 марта по 5 мая во всех населенных пунктах Григорьопольского района объявлен месячник по благоустройству территории. Главная его цель – уборка и озеленение улиц, косметический ремонт зданий и улучшение общего вида, как населенных пунктов, так и самого Григорьополя. К работе намерены подключить и предприятия. В административных центрах района руководителям предприятий, учреждений, организаций района, независимо от их правового статуса и формы хозяйственной деятельности, разработать и утвердить в установленном порядке план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистки. В районе также намерены привести в порядок внешний вид всех торговых предприятий, отреставрировать вывески и таблички с нумерацией зданий. Особое внимание уделят территории Григорьопольского кладбища. В 2013 году состояние было плачевное. Стыдно было проходить мимо территории кладбища, организовать уборку в полном объеме и совместно с ДЭО сооружение стоянок и подъездных путей к кладбищам. И на сегодняшний день мы выделяем уже 200 литров для компостирования мусоросвалок обязательно, уборку территорий и кладбищ и разбивку и полив парковых зон. Еще один вопрос, который рассмотрели на совещании – экономия продуктов питания в учреждениях. У нас практически коллективы в детских садах и школах на уровне выше среднего возраста. То есть люди уже за многие года примерно знают количество продуктов необходимое. Надо брать запасом, сейчас своевременно у нас идет доставка. В этом году запланировали покупку еще одного грузового автобуса для развоза продуктов питания. Рациональное потребление продуктов поможет избежать лишних расходов из местного бюджета, отметили на совещании. Анна Шерпул, Первый Приднестровский телеканал.